выраслі дзеці памерлі бацькі пасталелі жонкі а пролёс зніклых палітыкаў так нічога і невядома у гэтым верасні мы моглилі б святкаваць 60годдзе аднаго з самых яскравых палітыкаў Вкттора гончара але 18 гадоў таму у тым жа верасні Віктор таямніча знік Але ці сапраўды а нічога невядома пра гэтыя злачынствы я Святлана калінкіна а сёння гость размовы былы адвакат семь'я ўзніклых гары паганяйла Вітаю вас добрый день гары Прович у свой час з'явіўся такі дакумент які называўся абвінаваўчае заключэнне дзе за э прост обвінавачваліся вышэйшае кіраўніцтва краіны ўнікненні палітыкаў под гэтым документам стаіць і ваш подпис Нагадайце чым вы кіраваліся якой информации Я не только поставил там свою подпись но я автор этого документа і прежде всего причым приступить к написаню вот такого большого, обвинительного акта, в котором в качестве подозреваемых были названы президент Лукашенко, он же глава Совета Безопасности Республики Беларусь, Виктор Шейман, секретарь Совета Безопасности. На той момент. Да, на тот момент. Сиваков, экс-министр внутренних дел Наумов. Он был министром в то время внутренних дел, Васильченко, возглавлявший службу безопасности президента, Павличенко, командир ВЧ, по-моему, 21-41, спецназ, Скажем. да. Так вот, была масса документов, <coughs> извините, которые давали нам основания именно подозревать высших должностных лиц в причастности к совершению этих, мотивированных и мы настаим на этой формулировке исчезновений известных политиков и журналиста але ўсё ж таки э, суд был толькі по па справе пазнікнении из метра завацкаго причым такие дзіўны суд коли и виноватых знайшли але завацкага не знайшли и невядома что з ім здарылася по ўсіх астатніх информация, Ну, ці аніякай ці тая, якую агучваександр Лукашенко, Маўляў, недзе іх бачылі у Геррманіі ці у ікра... ва ўкраіне ці яшчэ недзе. Калі прадстаўнік кіраўнік нашай улады агучвае нейкія плёткі, то я думаю мы таксама маем права агучваць такую неафіцыйную інфармацыю, якая вядома з неафіцыйных крыніцаў. Э, Скажыце, калі ласка такая неафіцыйная інфармацыя ці дае нейкую, Ну, картину того, что отбылось с этими людьми? Я могу сказать таким образом. С учетом моего большого юридического опыта и судейского, и адвокатского, и чиновничьего, преступление о похищении этих людей на оперативном уровне раскрыто. И тому есть масса подтверждений. Речь не идет о плетках, речь не идет о чьих-то предположениях. Речь идет о конкретных э, документах, которые официально э, рассматр... Во -первых, добывались оперативным путем, фиксировались в установленном порядке и представлялись соответствующим руководителям э, соответствующих служб. Ну, например... Uh, тот же рапорт, известный рапорт Лопатика, в котором... Это был и замминистра да, это внутренних справ. Начальник, Я буду да, это начальник криминальной uh, милиции МВД, он же заместитель министра МВД. Его службы располагали данными, и эти данные он как раз и привел как юридически значимые факты и события, о похищении Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. И там четко указано на фигурантов, в частности, Шейман, Сиваков, Васильченко, бойцы спецназа под командой э, Павличенко, при каких обстоятельствах э, был похищен э, сначала Захаренко, а затем Виктор Гончар и э, Анатолий Красовский что с ними произошло, где их тела находятся. Вы это ведаете. Я и прошу вас про это рассказать. Да. Бо Большинство людей ведают то, что рассказывает Александр Лукашенко. Затем были оперативные данные долговременной групповой разработки проведенной в течение более полугода оперативными службами КГБ. И часть из этих материалов перекочевала в постановлении председателя КГБ об аресте Павлюченко с указанием на те преступления, которые он совершил или в которых он принимал участие. Причем, замечу, это постановление и арест мотивировались в соответствии с указом президента о борьбе с терроризмом. Он был задержан, помещен в следственный изолятор КГБ, давал пояснения в качестве подозреваемого. Многие следственные действия, которые первоначально проводились с ним, были отсняты на видео и закреплены в материалах соответствующих дел. Я не думаю, что к сегодняшнему дню эти материалы уничтожены, хотя не исключаю и такого э, несчастья для э, нашего будущего, потому что в этих документах закреплены процессуально доказательства, которые можно было затем предъявить по суду, проверить их и принять решение, виновны или невиновны те лица, которых мы подозреваем, вот о которых я говорю и назвал их фамилии и должности. Проводилось официальное следствие, которое опиралось на эти оперативные материалы. Да, оперативные службы искали, кто совершил эти групповые захваты. А речь шла о том, что это хорошо подготовленная, обученная группа специалистов, с оружием в руках, у которых были средства передвижения, на территории, где планировали захваты, были окружены спецсотрудниками тоже для того, чтобы ну, создать абсолютно необходимую обстановку для того, чтобы тайно похитить этих людей и скрыться с места происшествия постараться не оставить там следов преступного деяния, но к несчастью, каким бы специалистами не были эти лица, как бы они не маскировали свои преступные дела, все все-таки было зафиксировано. Есть очевидцы, которые подтверждают эти факты, поэтому у следствия, которое официально проводилось органами прокуратуры И республики и города миннска были доказательства прямо подтверждающие э, имевшие выход кстати так, вот на многих тех кто э, отмечен в этом объединительм акте гарри Прович А як вы сами для себе тлумачитечамучаму э, гэта отбылося бо шмат кто кажа но были погрозой такой уже для лукашэнкі, ни Захаранка, ни гончарне Анатоль Красовскі, не тым больш змейцерзавацкі каб задзейнічаць свае спецслужбы своих бліжэйшших силовиков для их выкрадання і як я разумею за бойства многие видимо помнят события осени 99 -го года. но не соединили их с тем, что происходило в стране с марта 1999 года. В марте 1999 года оппозиция объявила об альтернативных выборах президента Республики Беларусь. Были и кандидаты на эти должности. Виктор Гончар как председатель Центральной избирательной комиссии организовал, начиная с участковых и кончая, соответственно, работой Центральной комиссии, всю систему, э, участко, э, всю систему администрации избирательной, э, я вот назвал, снизу доверху. Были подготовлены, э, выверены, э, юридически грамотные э, постановления Центральной комиссии, которые давали и методическую, и правовую основу, основу проведения этих выборов. И нагадаю, что кандидатом на этих выборах был и был премьер Михаил Чигир, которого так само арестовали. Вы думаете, Лукашенко этого сполохался? Я вам скажу больше. Ситуация, которую наблюдали власти, политологи, оппозиция и просто граждане, думающие граждане, конечно, приводило к мысли о том, что назревает очень серьезные события. В стране назревало двое властие. Конечно, Лукашенко не мог потерпеть такого развития. И вот как раз он вместе с Шейманом инициировали ряд мероприятий по противодействию этим событиям. И был разработан очень серьезный, совершенно секретный документ, который тоже стал достоянием гласности журналист о нем помнит потому что он был опубликован озвучен власти причем сами себя выдали что такой документ реально был готов подготовлен и воплощался в жизнь потому что они возбудили уголовное дело по рассекречиванию этого документа вызывались на допросы журналисты правозащитники и так далее но я хочу обратить внимание на то что именно в этом документе, были конкретные указания на, на то, чтобы так называемые радикальные экстремисты, среди которых назывался Поздняк, кандидат в президенты по этим альтернативным выборам, Гончар, председатель центральной комиссии, некоторые оппозиционные лидеры, что с ними, конечно, надо проводить очень жесткую работу. Именно в это время... началась началось, началось контрнаступленне на все оппозиционные сілы на правозащитныя орган организациицыі ногі закрывались по судам другие просто не регистрируют были спеціальны Петрович але гэта розныя речы Лукашенко не раз даваў команду там разобраться жоортка ці казала дарву галаву але гэта не означало забойства ці знікнення Вось, як вы асабіста лічыце ён отдаваў загад, на злочинство. Ти это такие эффект выканалцы перестарались. Я, я думаю, что все-таки в нашем государстве, который выставил Лукашенко под себя, ничто не может произойти без на то его соизволения. И в частности, вот эти все предпринятые меры и произошедшие события были только с его или э, жесткого требования, или пусть таких негласных, но команд, которые были по сути разработаны, воплощены уже э, Шейманом и его подручными, э, в том числе и Павличенко. Почему? Потому что, ну, Лукашенко не мог терпеть ситуации, когда кто-то мог претендовать на его власть. Лукашенко человек крайне злобивый, я бы так сказал. И никому не прощает ничего. Лукашенко не раз признавался в том, что он может допустить такого рода незаконные, прямо антиконституционные действия, тогда, когда он понимает, что ему что-то угрожает. Вспомним э, его разговор в Гомеле, когда он признался, каким образом э, исчез авторитет Щавлик, вор в законе. Вспомним то, как он громогласно э, так сказать, по телевидению рассказывал о том, каким образом спецслужбы Уничтожали тех, кто посмел совершать преступления на дорогах Белоруссии. Мы их расстреливали на месте, ведь это было услышано гражданами из уст Лукашенко. Я направлял запрос специально в Комитет госбезопасности, в МВД, в прокуратуру генеральную. Реально ли отслеживали эти органы подобные действия неких спецслужб? которые применяли оружие и расстреливали на месте до да, бандитов, до да, лиц совершивших преступления. Но просто так это не должно быть в правовом государстве. На тот той же самый Мацкевич был старшиня КДБ, Сиваков были mm -hmm. министры, это носбита информация. Многие из них уже у России. Mm -hmm. я вам версия что не стольки белорусские лады до да всякого гэтага мают дочынение кольки замежные что гэта была такая провокация как подвесить лукашенко под гипотетычную гаагу за забойство людей я не верю в эту конспеологическую версию о том что кому-то это было выгодно и кто-то со стороны совершал эти преступления вешает это подозрение на лукашенко его команду нет Это было совершено нашими людьми из окружения Лукашенко. И я думаю, как только власть в республике поменяется, те же следователи, дай бог ему здоровья, в течение двух недель все оперативные материалы наработанные, все уже существующие доказательства еще раз перепроверят, положат их на соответствующую процедуру закрепления, Доказательств и представит материалы уголовного дела в суд. Работы там совершенно немного осталось. Я еще раз хочу подтвердить свою крепкую, устойчивую и очень доказательную мысль о том, что на оперативном уровне преступление это раскрыто. Виновные, основные, по крайней мере, виновные. учаўшы в этихх на, преступленнях названы А далей И... справа да, а делас... да, да, Ну што ж гэта будзе ну, ва ўсіх сэнсах справядліва каб маці жонкі дзеці удумкі ўжо выраслі, Ка ведалі про лёс сваіх бацькоў і дзядоў. Дякую за размову. Можна часта пачуць думку, што свабода патрабуе ахвяраў і беларусы, маўляў, не даспелі до да таго, каб ахвяраваць лёсамі і людзьмі. На самой справе ўсё не так. Мы даўно ахвяравалі, Прычым не выпадковымі, а самымі лепшымі сваімі людзьмі. Я Святлана Калинкіна, гостцем размовы быў гарай паганяла. Ддзяуй да сустрэчы.